Доброе утро, с вами Татьяна и полная практика прощения с Green My Life и Ярослав Мудр Воронцов. Итак, сегодня я как раз в дороге, но хочу записать для вас видео, дорогие мои, и поделиться своим еще одним инструментом, с помощью которого я меняю свое настроение. Иногда оно тоже портится, становится не очень приятным, падает как-то, да, и что я для себя нашла, с помощью чего я могу себя наполнить и поднять свое настроение. Это то, что я нахожу положительные моменты в течение своего дня. То есть вот все абсолютно. Например, ну, я имею в виду даже самые мелочи. Например, я там вышла... куда-то мне нужно ехать, маршрутка, и вот бывает, долго ждешь, и меня это, а когда я спешу, уже начинает это напрягать, настроение портится, потому что ты можешь опоздать, а абсолютно этого не хочешь. И действительно, я начинаю нервничать периодически, и настроение начинает у меня портиться. И что я начинаю делать? То есть я начинаю думать так. То есть, хорошо, раз это происходит, то есть мне это, ну, значит, мне так нужно сейчас, на данный момент. И, может быть, в этом есть положительный момент. Может, мне не нужно раньше попасть в то место, а вот именно сейчас. И это первое, да, потом приезжает, например, маршрутка, я замечаю, что вот раз, и мне есть место, это уже положительный момент. Там... А бывает, что маршрутка едет так быстро, я приезжаю вовремя, и все прекрасно. То есть вообще незачем было нервничать, переживать, портить себе настроение и допускать какие-то, ну, негативные мысли в свою голову. Вот, то есть о чем я хочу сказать, что важно отслеживать, во-первых, что ты думаешь за собой, да, быть осознанным в этом, осознанно менять свое настроение, то есть... искать вот такие положительные моменты в течение вот каждого дня, каждого момента, в каждом секунде есть какой-то свой положительный момент. Вот отслеживайте его. Меняйте свое мышление, то есть свои мысли, наполняйте позитивным смыслом, и ваше настроение уже будет меняться. То есть, по сути, ваше настроение зависит от ваших мыслей, и меняя их самостоятельно, осознанно, прям вот специально, вы меняете свой настрой, на день, свое настроение, абсолютно все вы будете воспринимать уже через позитивную нотку. То есть вам важно находить везде позитив, вам, мне в том числе, всем нам нужно находить позитив во всем, не нужно... зацикливаться на том, что что-то не получилось. Возможно, так нужно. Вселенная больше знает, чем мы. Для чего это нужно? Нужно сделать просто хороший, правильный вывод и менять. Может, что-то вы, правда, сделали не так, вы просто изменили это действие, и все, все хорошо, все позитивно, и в дальнейшем вы теперь будете избегать этих ошибок. Это прекрасно. Итак, с вами была Татьяна и полная практика прощения с Green My Life и Ярослав Мудр Воронцов. Мы живем на яркой стороне. Ты знаешь, и я знаю. Ты можешь это сделать. Начни это делать прямо сейчас. С вами была Татьяна. Все, пока-пока. Хорошего вам всем дня.